что за фамилия такая, необычная фамилия? Что это фамилия? Скандинавская фамилия. Это скандинавская фамилия, да? То есть у вас переводится, какие-то... Два перевода есть. Есть так. Как семейный мост, а есть как юж. А, то есть у вас какие-то северные корни, потому что вы из Пскова, да? Я из Пскова, соответственно, там очень близко и Эстония, и вообще вся Прибалтика. Ну и... да, вы, кстати, выглядите вполне как скандинавская девушка. Да. Скажите, а Псков это консервативный город? Ну, в смысле нравов, в смысле вот воззрений там, ну, на те же там глянцевые журналы. Не знаю. Нет? Как-то сложно мне за весь Псков сказать. Ну, Псков древний город, вот это я могу сказать. Москва, знаете, тоже, в общем-то. Ну, Псков-то подревнее будет намного, поэтому... Не знаю, консервативный. Не знаю, маленький город, прекрасный город, красивый город. Город, где очень много церквей, я бы сказала, ну, православный город, сильно религиозный город. А консервативный... Ну, это на самом деле в известной степени синонимы. В известной степени, наверное, да. Наверное, когда да. вы последний раз были на своей малой родине? Осенью. Зачем? Просто так приезжаю или по работе? Нет, я езжу туда к друзьям, плюс у меня там, ну, там остались какие-то близкие мне люди. Я не имею в виду родственников, я имею в виду по духу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».